Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть молодой человек, вместе 4 года, у него есть сын от бывшей девушки. С бывшей девушкой у него не было никаких чувств, просто удовлетворял потребности. Месяц так проводили время, потом она забеременела, она уехала в свой город обратно. Недавно они встретились, она приехала в другой город к сестре, он поехал на выходные туда, чтобы познакомиться с сыном. Сыну 3 года. Я перед поездкой его спросила, где он будет ночевать, и он сказал, что у дяди. Но в итоге оказалось так, что они ночевали в отеле в одном номере, спали на одной кровати. Он сам об этом рассказал и не скрывал. Сказал, что ребенок спал посередине между ними, и что у него с бывшей ничего не было, и, соответственно, к ней никаких чувств не возникло. Уверяет, что любит меня. Сказал, что так получилось, было уже поздно ехать до дяди, 2 часа в другую сторону, когда бронировали отель, думали, что будут 2 кровати, по итогу была 1. Брать еще 1 номер было ему не по карману, наши отношения никак не развиваются, и тут еще такая ситуация. Я очень переживаю, не знаю, что и думать. Меня раздражает, что в целом они общаются, хотя он говорит, только про сына. Почему у меня такая ревность? Мне кажется, если бы наши отношения развивались, то я бы не относилась так к этому. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос задает аноним. Ну, во-первых, я думаю, что совершенно бессмысленно здесь пытаться как-то анализировать ситуацию, было у них что-то или нет. То есть здесь ситуация такая, что молодой человек в принципе допускают возникновение такого рода событий, да, возникновение такого рода историй. И, на мой взгляд, это уже как бы, ну, о чем-то заговорит. Да? То есть, вот. Ну, на мой взгляд, повторюсь, это вот о чем-то заговорит. То есть, на мой взгляд, если мужчина вот допускает такие ситуации, ну вообще, если люди допускают такие ситуации, то это уже вот, ну, что это значит. Вот, в принципе. То есть, как бы, тут вам нужно просто вот определиться с тем, принимаете ли вы по факту, что такая ситуация, ну, вот, возможно для мужчины, да, и, соответственно, определиться с тем, как вы будете к этому относиться. Вот. Раз относиться к этому можно по-разному, да, и, в принципе, можно и, ну, можно и понять, да, можно и принять можно, вот, но можно и не принимать, можно и не понимать, то есть это исключительно вот на ваше усмотрение здесь, ну, на мой взгляд, опять же. Гораздо важнее то, что действительно вы ревнуете, гораздо важнее то, что действительно вы ощущаете ревность. На мой взгляд, гораздо важнее то, что вы, ну, как-то вот эту ситуацию воспринимаете негативно, да, и то, что вас раздражает. В принципе, мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович вам уже, на мой взгляд, довольно хорошо, так скажем, описал это. То есть, что вы ревнуете, да, что вы боитесь, и, соответственно, ну, можно вот сделать это
так скажем, ну, основной, скажем так, проблемы. То есть проблема здесь, то, с точки зрения психологии, заключается именно в том, что вы ревнуете. Вот, то вы ревнуете. То есть если человек ревнует, значит, он как-то вот уже испытывает некоторую неуверенность, да, в себе, да, в своих силах, вот, он человек как-то вот, значит, ну, нуждается в том, что вот, ну, я бы назвал поддержкой извне. Вот, то есть помещает себя в такую ситуацию, где ему некомфортно. Вот. И главный вопрос, да, что ваши отношения не развиваются. Вот, ну, как вот вы, как вы сами, да, в принципе, ну, говорите. Вот. Причина, по которой ваши отношения не развиваются, это восприятие друг друга. То есть то, как вы друг друга воспринимаете. Вот, то, как вы видите друг друга. То, что между вами общего. Между вами и вот, ну, вашим молодым человеком. Потому что все проблемы возникают, ну, начинают возникать, как правило, тогда, когда вот люди воспринимают друг друга, ну, вот, несколько не так, как вот, ну, как можно было бы воспринимать друг друга. Это вот такой серьезный достаточно момент. И, соответственно, я думаю, что именно на это вам нужно, вот, ну, действительно, в первую очередь обратить свое внимание. Потому что, ну, как бы, ревность, да, она из ниоткуда, да, ревность не берется. И то, что ваши отношения не развиваются, да, как бы тоже вот из ниоткуда это не берется. Вот. Ну, просто вот из ниоткуда. Поэтому в первую очередь это вопрос, именно касающийся того, как вы друг друга воспринимаете. Это вопрос, касающийся того, как вы друг к другу относитесь. Вот. И как вы относитесь, собственно говоря, к себе, ну, сам. То есть, как вы воспринимаете сами себя. Как вы, ну, скажем так, реализовываете сами себя? Насколько вы воспринимаете себя такой, знаете, ну, вот, я бы сказал, ну, самостоятельно, единицы, да? Вот. Потому что, допустим, если вы ну вот себя не воспринимаете как самостоятельную единицу, вот, то, конечно, вам в этом смысле безумно будет тяжело. А, собственно говоря, ревность,
собственно говоря, ревность берет свое начало именно вот отсюда, да? Собственно говоря. Собственно говоря, ревность берет свое начало именно из того, что человек к себе относится, ну вот, как-то вот, я бы сказал, да, некорректно. Вот. Я бы сказал так. А вот. А поэтому основная ваша задача заключается в том, чтобы выработать адекватное отношение к себе. Вот. И если необходимо, то поработать с самооценкой, с вашими, как бы, вот, ну, страхами, да? Вот. И дальше уже, ну, вот, смотреть по, так скажем, ну, по ситуации. То есть дальше смотреть именно по ситуации, по тому, как вот это все, ну, развивается, скажем так. Пока что вы как будто бы игнорируете, ну вот, ну, сами себя. Да, то есть вам что-то не нравится, да, вы что-то вот, ну, считаете неприемлемым, да, вы к чему-то относитесь, так скажем, не очень хорошо, вот, но при этом, как будто бы вы, опять же, вот в этой ситуации остаетесь достаточно пассивным человеком, который только вот, ну, что называется, да, принимает. То есть это вот такая вот, получается, принимающая у вас, ну, сторона. Вот. Ну, ваша сторона, да, принимающая, получается. И, в общем-то, это является, на мой взгляд, основной проблемой. Вот. Из-за чего возникает ревность, да? Или можно, ну, или можно сказать, каким образом появляется ревность? Из-за вот заниженной самооценки, вот, из-за страха одиночества, вот, и из-за такого вот некого тотального обесценивания себя. Плюс отношение к себе, то есть вот, ну, вот вы к себе относитесь как к некой такой, можно сказать, материальной ценностью. Вот. То есть такая вот, такое, ну, можно сказать, сугубо такое, ну, предметное отношение к себе у вас. Да?
это все на уровне таком достаточно глубоком, то есть на уровне ну, поведения. Вот, на уровне, я бы сказал, ну, на уровне привычного для вас поведения. Вот. Потому что, скорее всего, вы вообще как бы, ну, не осознаете этого. Вот, вы, скорее всего, не замечаете этого вот до тех пор, пока вам как бы, ну вот, непосредственно на это не обратят, ну, не обратят внимания, вот, либо до тех пор, пока вот ситуация вас с чем-то не столкнет. Отсюда такая вот, знаете, на, ну, по сути, да, на постоянной основе ревность. Отсюда ваш вопрос, где ты будешь ночевать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Даже если, это важно, даже если молодой человек не сделал ничего плохого, то есть вот даже если мужчина там действительно, ну, вот поступал так, как он говорит, вот, ну и в целом, если вы говорите, к примеру, что, опять же, человек может позволить себе встречаться с кем-то, да, чтобы удовлетворять, как вы, вот, ну, как вы сказали, значит, свои потребности. Если человек может так поступать, если для человека это возможно, то можно говорить о том, что мужчина в какой-то степени, ну, достаточно большое внимание уделяет именно собственному комфорту. Вот. То есть, опять же, поймите правильно, то, что это неплохо. Это неплохо, что он уделяет внимание своему комфорту. Но это означает, что он и с вами может так же действовать. Понимаете? То есть он и с вами может следовать просто вот своему комфорту. И здесь вот момент, который вы описываете. Дескать, что отношения не развиваются. Вот. Конечно. Может быть такой аспект, что в ваших отношениях есть что-то, и с вашей стороны, то есть вот, например, допустим, ваша, там, грубо говоря, тревожность, да, то, что вы, ну вот, как-то гипотетически в себе не уверены, да, вот, то, что вы можете там ревновать, да, то, что тема ревности для вас не пустой, как бы, звук,
Вот. Это все может, конечно, оказывать некий такой тормоз на развитие отношений. Вот. Но с другой стороны, 4 года срок большой, да? И если за 4 года ваши отношения не развиваются, то как бы это вопросы вот ну, к отношениям. Так или иначе. И, соответственно, вам нужно в первую очередь разбираться в себе, да, ну, вот в каком контексте, в каком, ну, в каком смысле разбираться в себе. То есть разбираться в себе в том смысле, куда я иду, да, вот. Чего я там, грубо говоря, хочу, вот. Что мне, ну вот, что мне нужно. Ценности у меня, вот, ну, какие. Вот. И это уже можно будет как-то вот исследовать, да? То есть это можно будет уже ну, прорабатывать, да, это можно будет уже корректировать. Я думаю, что ну вот не только в этой так скажем ситуации, да, не только в этой ситуации вы скажем так проявляете тревожность, вот. Я думаю, что и в других ситуациях вы тоже проявляете тревожность. И я думаю, что это тоже может как-то мешать вам. Вот. Поэтому здесь, конечно, ключевой вопрос заключается в том, что вы подразумеваете под развитием отношений. Вот. Ну, конкретно. И куда хотите двигаться? И насколько прислушиваетесь к себе? Работа с вашими страхами и самооценкой. А вот, и с ревностью в целом, потому что у ревности есть свои причины, негативный опыт, ну, детский опыт, опыт в детстве, вот, все это играет, конечно, существенную роль. Поэтому это нужно учитывать. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Вы молодец, что начали об этом говорить. Но это только первый шаг.